Волхов, это ты! Товарищ капитан, чтобы были долго живы и здоровы, я чуть в обморок не наложил. Слышь, Лохо, что? Сколько же это мы с тобой уже в этой засаде сидим, а? Ах! Кто его знает? Ты ж делал зарубки. Ну, делал. На колбасе. И что? Что-что? Судя по ней, наш срок пребывания тут не увеличился, а уменьшился. До хвостика. Ну и где этот хвостик? Товарищ капитан, ну если я сказал, что я не брал, значит, не отдам. Я чувствую, так в этой засаде и все лето пройдет. Ой, да что там того лета? 6 раз по 15 суток. Пить хочется. И мне. Долго и обильно, не отвлекаясь на тосты. Лохов, не разлагай дисциплину. Да пора бы уже кого-то и разложить, товарищ капитан. 2 недели следим за этим сексуальным маньяком, поневолишь, вживайся в образ врага. Лохов, я тебе еще раз напоминаю, что взять этого маньяка мы должны только с поличным. Прямо на... Правильно, на месте преступления. А если он не захочет? Не захочет, заставим, не сможет. Шо, Лохов? Правильно научим. Знаешь, что сказал? Капитан Жиглов. Виноват, товарищ капитан. А знаешь почему? Никак нет, товарищ капитан. Потому что все капитаны очень умные. Не все. Я одного знаю, так тупой, как... Кто такой? Я вам его потом как-нибудь покажу. Товарищ капитан, и все-таки я бы пошел на захват этого упыря. Молодой ты еще, Лохов, Салабон, захват. Ты думай, говори. Я помню, брали одного такого зверя. Всех или насиловал, или убивал. А вас? Меня убил. И все-таки тут что-то не то, товарищ капитан. Моя жена уже 2 недели носит там передачки в эти кусты, как в тюрьму. А этот сексуальный маньяк наслаждается преступлениями на свободе. Что-то не то в том, Лохов, что моя жена почему-то не носит там передачки. Вот тут можете не переживать. Пока я тут с вами сижу в засаде, с ней ничего хорошего не произойдет. О, Лохов, смотри, а вот появились потенциальные жертвы. Ага, ага. Товарищ капитан, да какие же это жертвы? Это же наши жены. Эх, красиво как идут, елки-палки. 5 часов утра. Хе! Откуда это они такие нарядные? Откуда? Из библиотеки. А-а-а. Вот, Лохов, видишь, что значит идет жена капитана, ага. А? А моя А у моей, смотри, четко так вверх-вниз, вверх-вниз. А у моей туда-сюда, туда-сюда. А моя, смотри, прыг-скок, прыг-скок. А моя шлеп-шлеп, шлеп. Разведусь нахрен. Работать надо с личным составом, Лохов. Виноват. А не с позором дули крутить. Виноват, товарищ капитан. Слышь, Лохов. Что? Я вот подумал... Ты случайно не знаешь, откуда у моей жены по утрам такие страшные синяки под глазами? Товарищ капитан, а вы не пробовал на ночь фуражку с козырьком снимать? Умный, да? Виноват, товарищ капитан, виноват, что умный, виноват. Ты еще скажи, свисток изо рта вынимать. Ваш свисток, что хотите, то ими делайте. Тихо, Лохов. А вот и появился объект. Что? Смотри, запоминай. Я валю. Иди сюда, куда я валю. Быстро запоминай, сказал. Быстро, быстро. Видишь? Видишь, Лохов? Ага. Товарищ капитан, а что, вот это? Маньяк, маньяк. Вот это маньяк, елки-палки. А что ж мы его раньше не взяли? Его ж соплей перешибешь. Не взяли, потому что он все время убегал. А? Что? Убегал. Не понял. Для особо тупых объясняю по буквам. Ульяна, Борис, Егор, Григорий, Аркадий, Леонид. Ну, и что это за люди? Так-то сюда. Так,
А вот и появилась женщина. Лохов, приготовься. Товарищ капитан, что именно я должен приготовить? Да. Телефон мобильный. Виноват, товарищ капитан. Сейчас пойдешь снимать преступление. Смотри, не сорви мне операцию до самого конца. Так, объекты сходятся, сходятся. Женщина взяла с места. Что взяла? Рванула. А, обезвредила гада. Вот молодец. А мы тут сидим в этих кустах, как два дурака уже. Как один дурак, Лохов. Виноват, товарищ капитан. Я даже знаю, кто. Побежала, побежала. От него или за ним? Рядом бегут. Что, на перегонки? Не хватало, чтобы они тут там еще чехарду устроили. Все. Ушел гад. Вместе с женщиной. Ты, товарищ капитан, ну а почему ж мы не выскочили из кустов? Потому что опасно, Лохов. Ты ж салабон. А я помню, уже один раз погнался за таким вот. Да. Я понял, что вы погибли не один раз. Ну надо же что-то делать, как-то помочь. Кому помочь, Лохов? Он столько раз справлялся сам, мы тут выскочим из засады, как два придурка ему помогать. Как один придурок, и не ему, а женщине. Отбили бы. Залягла б с нами в засаду. С кем залягла? Что ты женщине можешь предложить? Фостик от колбасы. И жену на подходе. Товарищ капитан. Что такое? Возвращается. Кто? Ну кто? Женщина эта. Оманьяченная. Одна? Ага. Видишь, улыбается. Вот видишь, Лохов. А ты хотел бабе праздник испортить. Идем лучше наших спросим, что это за библиотека в 5 часов утра. Народный артист Олег Газманов.